наверное, благодаря такому собственному личному опыту, который со мной произошел на международном уровне и который подарил мне, в принципе, возможность стать общественным деятелем, ездить по стране, мониторить ситуацию по доступной среде и вообще по политике в отношении инвалидов и реализации всех планов. Вот. И когда я стала гостем этого города в прошлом году, на встрече с мэром Айсеном Сергеевичем и вот с представителями департамента социальной защиты, возникла идея, просто вот повисла, наверное, в воздухе, она, наверное, должна была как-то произойти. Вот. И сразу эта идея была поддержана. Была поддержана главой, прежде всего, а потом и сразу же мы стали обсуждать и вот с Семеном Ивановичем, с Евдокией Ивановной возможность реализации такого проекта, потому что, конечно же, этот конкурс, он прежде всего большая возможность для всех девушек реализовать свои творческие потенциалы, которые, может быть, на сегодняшний день где-то были скрыты и не имелось возможности их показать. Ну, а в дальнейшем наша надежда, что этот конкурс подарит массу возможностей для этих девушек. Кто-то станет, возможно, общественным деятелем, кто-то найдет себя в журналистике, кто-то станет, может быть, фотомоделью. Я очень надеюсь, что этот конкурс прежде всего подарит девушкам вдохновение и возможность стать полноценным членом общества на сегодняшний день. Каждая достойна оказаться сегодня на этой сцене. Каждая, прежде всего, женщина, несмотря ни на что, она прекрасна и красива. И сегодня, я думаю, что каждая из них покажет, на что способны, в принципе, женщины в России и женщины в Республике Якутия. Мне, прежде всего, этот конкурс подарил возможность как-то, наверное, показать миру, что красота не имеет границ, что, несмотря ни на что, на любые трудности испытания можно оставаться красивой, можно оставаться нужной, необходимой и, главное, полезной этому миру. Прежде всего, я всегда смотрю на жизнелюбие, на то, как человек себя чувствует в этом мире. Потому что прежде всего я считаю, что каждая девушка, каждая женщина, она должна быть полезна обществу, полезна какому-то даже самому маленькому кругу, да, в обществе, но она должна нести добро, свет, вдохновение и радость этому миру. Поэтому, конечно, прежде всего я буду смотреть на то, насколько светится девушка изнутри, насколько есть у нее желание в дальнейшем стать каким-то вот полезным, не знаю, человеком, каким-то деятелем. Может быть, действительно, мы сегодня обретем в лице одной из конкурсанток нового, очень активного общественного деятеля в Якутии.